Он, видишь, арбуз, и ты у меня такая красивая. На фоне арбуза. На фоне арбуза ты очень маленькая, кстати. Все. Да, мы начинаем. Так, у нас немножко, правда, свет там все отсвечивает. Сейчас мы попробуем, что... А, вот так он не отсвечивает. Во, это наш улов. Вот такие у нас грибочки. Кстати, интересно, если здесь свет погасить хуже будет? Не, вот так будет лучше. Ну, пожалуйста, ну, хорошо. Я и так могу. Так. Арбуз. Арбуз вон. Арбуз огромный, да. А Маська готовит у нас здесь вкусняшки. Ну, так, салам. Привет, Саня. Привет, Мася. Мася, тебе привет. Привет. Так, вкуснотища, белые грибы. Да. Короче, что мы сделали? Я тут Маське решил сделать что-нибудь вкусненькое. Сейчас я переведу камеру на себя. И чего я сделал? Я ей отварил грибочки, потом аккуратненько на небольшом количестве сливочного масла их отжарил, добавил туда пармезанчика, 10% сливочек, 50 грамм, поэтому получилось всего 5 грамм жира, и добавил это в ее любимую гречку. И получилась такая гречка с белыми грибами. Мася говорит, ела так, что с ушами хрумкало, было очень вкусно. И все завидовали мне. Да, все и завидовали. На работе было очень классно. Теперь мы решили, что мы сейчас не только так будем готовить, но еще и на зиму сделаем целую морозилку вкуснейших грибов. Грибы глициногенные, сами вы глициногенные. Смотрите, у нас такие хорошенькие грибы. О! Вот, короче, вот эти поганки, это мы вчера с Маськой насобирали, пока в лес забежали. А все вот это вот, это то, что мы купили вчера между Питером и Выборгом. А в Санкт-Петербурге на сытном рынке у нас грибы стоят 2000 рублей за килограмм. А всю вот эту огромную кучу, а здесь килограммов, наверное, много. 5, мы купили за 3500 рублей. Собственно, вот так вот. Мои губы стали больше? Нет, мои губы не стали больше. Успокойтесь, они какие были, такие и остались. Чем стать больше? Саня, сколько еще сеансов сводить тату будешь? Наверное, это был последний сеанс для лазера. И еще будем делать один сеанс с ремовером, то есть кислотой. Вот. Собственно, такие вот штуковины. Сейчас мы будем готовить. А, кстати, это тот гриб, если есть Виктория Майер. Она единственная, кто разглядела, она написала, что говорит, у грибочка есть глазики. А там, правда, на видео какого-то. Да, это самый грибочек, который у Маськи в Инстаграме есть. Так что смотрите, у Маськи есть видео, как она этот грибочек нашла. Не знаю, у меня почему-то видео о том, как я ударял себе... Че сидел удалял? Татуировку на глазах удалял. Собрал 18 тысяч просмотров буквально там за сколько? За полсуток. А у Маськи целая красивая живописная полянка, грибочек она срывает, куча позитива. И сколько там просмотров у тебя? Позитив сейчас не интересен. Да, всем интересно жесть. Боль. Так, боль. Брат, покажи лицо. Ну, сейчас. Лицо. Лицо мое прекрасно. Вот видите? Вот такие вот у меня опухшие глазки. Собственно, вот. Да, грибов море в Санкт-Петербурге, вот такие цены, особенно на Петроградке. Может быть, кстати, в Купчино, ой, в Купчино, ну, удельно, они на самом деле тоже не особо сильно дешевле. Хотя там вообще что собрал, приехал, продал. Так, Саня, вчера приглашали на трофи-рейд в Нижний Новгород, это чисто мужское занятие. Согласен, но Новгород там, а Питер тут. Дайте ссылку на ваш инстаграм. Мой инстаграм у меня... Александр.шпак. Да, Маська говорит Александр.шпак на английском. Найдете мой, сразу найдете ее. Так, Мася моя супруга. Да, Виктория Майер моя подруга. О. А, это Валерия Майер, смотри-ка. Прикольно. Так, сколько мне лет? Мне чуть больше 18, Масе чуть больше 16. Мы просто офигительно, нам говорят, где вас можно встретить в Питере. Я очень хочу фотку с вами. А все ребята, кто приезжает в Петербург или живет в Петербурге, я работаю с К. Дивинская улица, дом 4. Еще раз, улица Дивинская, дом 4. Там спортивный клуб армии. Приходите, говорите, что вы хотите меня увидеть. Меня позовут, и я сразу приду, обязательно с вами сфотографируюсь, даже если сильно занят. Буквально на секундочку всегда можно отпроситься. Мася, с тобой не стрёмно, а вы как думаете? А почему мне должна быть стрёмная? Какой у меня размер груди? Сейчас единичка, был шестерочка. Или не у меня спрашивали. Так. Масины туфельки. А где Масины туфельки? На полочке. У Масеньки вон носочки, а у меня вот носочки. У нас вот такие вот носочки. Вот. Короче, грибочки просто на заглядение. Вообще такие классные. Я всегда любил, когда вот такие большие ножки. Такие боровички. Бендерин-дин-дин. А что у нас, кстати, так мутненько показывает? Может быть, камеру нам протереть? Я тоже думаю, что... Да? Ну-ка, ага. Протираем камеру. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Что, так лучше? Да, вроде лучше, смотри.
В Армавире 290 рублей стоят грибы. Не, ну смотря какие. У нас тут тоже подосиновики по 300 рублей стоят. У меня накрашенные ногти. Да. Да. У маски тоже. Но маска в перчаточках, чтобы ручки были чистенькие. Да, а грибочки все беленькие. А тут грибов черные. Почему я в масляных колготках? Кто сказал в колготках? Я в своих любимых лосинках. Еще в масляных трусах. Лосинках. Ну что ты все спалишь-то, контору? Так, последнее видео про Настю, где ничего не рассказали. Что ничего не рассказали про Настю? На самом деле у нас запоролось 3 или 4 видео, и непонятно, как они умудрились просто испортиться и на телефоне не записаться. Да, там вообще столько интересного было. Да, очень-очень. Вот. Так, где мы познакомились? Все о том, как мы живем, почему мы живем, у меня на YouTube-канале. Так что смотрите Саша Шпак, YouTube-канал, там вы увидите всю историю нашего знакомства. Мы с Маськой там... Делаем 5 интервью по часу, где мы рассказываем о том, кто мы, что мы. Так. Саша, вы на письма в директе отвечаем? Да, регулярно, да. Если они адекватные. Вот, так что вот. Так. Саша, сколько у тебя пар серых лосин? Этих конкретно 4. По-моему, 4. 4, да. Мы живем на Ваське? Нет, мы с Маськой живем уже в Юнтово. Это Приморский район. Что будем готовить из грибов? Ой, из грибов будем готовить много. Я бы сделал, конечно, грибовый супчик Маськин любимый. Нет! Она его никогда не ела, она притворяется. У меня шикарный супчик, но... Нет, только не твой супчик. Но это же... Жульен, твой жульен потрясающий, но не супчик. Короче, мой супчик просто очень густой, как похлебка. Она его никогда не ела, но она боится того, как я его буду готовить. Вот. Да? А жульенчик ей мой понравился. Более того, мы жульенчик теперь еще добавляем гречку, и получается все шикарно. Так. Ребята, рисую портрет для своего портфолио. Бесплатно пишите в ВК. Ну, кто-то вот у нас даже рекламируется. Мася это имя. Мася это мой сисек, потому что очень маленькая, любимая и красивенькая. Зовут ее Ира. Саша, а грибы пьянят? Нормальный вопрос задали, я не знаю. Мася, грибы пьянят? Смотри, какие. А какие есть грибы? У нас тут белые. Так. Какие туфельки они хотят, чтобы мы показали? Ну, красные туфельки, которые я купил. А я не знаю, где они стоят. На полке там. На полке? Там на полке много еще чего стоит. А, тогда я принесу, сейчас покажу. А то у нас там столько всего интересного. Вот такой у нас здоровый арбуз. 15 килограммов. Сейчас, Мася уже пошел за туфельками. Зачем ногти крашу? Смотрите видео на YouTube, и там есть ответ. О, вот такие Маська купила. Красотурки. Кто там у нас? Там наш друг. Дольче Габбана. Я не понял, а чего у меня резкость не определяется сегодня? Так. Ну-ка, резкость. Ты-дын. Короче, не знаю, Мася. Ты мне говоришь, купил хороший телефон. Он какой-то нехороший. Он такой вот. Бываем ли мы в Москве? Да, в Москве мы тоже бываем. Сейчас будем чаще. Сейчас будем чаще, практически каждый месяц. И вот должны были недавно то попасть, но не попали. Ждем. Как называется канал? Саша Шпак. Туфли. Туфли дорогие. Но у нас везде друзья, поэтому у нас это либо недорого, либо вообще бесплатно. Какой телефон? Какой у меня телефон? Samsung Edge 6. Так. Александр, возможно заказать помощь? Директ. Ага. Саня Андонин. Я что-то не успел прочитать. Так. Ой, там Сашка Андонин? Да. Санька, привет тебе. Прости меня, я еще так не прочитала твои рукописи. Прости, времени нет. Но я это сделаю обязательно. Как мы относимся к гневным комментариям? Как мы относимся к гневным комментариям? Вы представляете, какое количество людей несет в себе негатив только потому, что в них нет ничего хорошего? На самом деле, хорошее есть в каждом человеке, но не всегда есть возможность раскрыть то, что в нем есть. Так что вот так вот. Собственно, как на это выращивать внимание? Каждый день умирает целая куча людей. По разным болезням, от убийств, еще чего-то. Если задумался по этому поводу, можно сойти с ума. Поэтому те, что нам люди пишут плохие комментарии, мы просто на них не обращаем внимания. Так и живем. Так, вам подарили туфли от Дольче? Да, почему бы нет? Есть люди, которые занимаются перевозкой всяких интересных вещей за границу. У нас же сейчас опять, как в Советском Союзе, появился дефицит. А у Маси какой телефон? У Маси пока 6-й. iPhone. Хочу 7-й. Когда выйдет 7-й, расскажите. Так, что мы готовим? Когда выйдет 7-й, Маська? Он выйдет в этом, в сентябре или в октябре. И, соответственно, мы сразу придумаем что-нибудь по этому поводу. Чем вызван ваш внешний вид? Вся информация на YouTube. Ребята, я уже так много это рассказывал, что мы специально даже поснимали видео, чтобы... Они прикольненькие, смотри-ка, практически все чистые, классно. Так,
У Маси есть водительские права, да, у Маски есть водительские права, но она у меня не рулит, потому что рулю я. Что она готовит? Она вообще ничего не готовит. Пока что она чистит грибы для того, чтобы потом все это огромное количество грибов отварить. Потом мы это все отварим, остудим. Часть большую раскидаем по пакетам и заморозим, а остальное завтра сделаем, сегодня вечером я сделаю массе жульен, и завтра смешаем это с гречкой, и будет такая гречневая каша с белым грибом. Я буду опять завидовать, я буду есть вкусную еду. Да, а в виде белка у нас будет курочка, хотя белка мы сейчас много не едим. Давно вместе, постоянно фигура наша. Так, Саша Шпак, покажи свою фигуру. Я не могу, у меня руки не хватает показать свою фигуру. Мася потом вам возьмет телефон и покажет мне мою фигуру. Вам комфортно с таким вниманием к вашей внешности? Да, мне вообще шикарно. Так, не выйдет 7-й iPhone в этом году, да вы что? Как это не выйдет? Не знаю. Как я записан на Ютубе? Так же, как и в Перископе. Саша Шпак, ну, да. Там. И сразу в топе буду я. Вы муж и жена? Да. Так, я вас люблю. Ты Мася, а ты Папуз. Почему это я Папуз? Я ей мамочка, да? Да. Да. Все не понимают, почему я мамочка. Мася, спой что-нибудь из группы «Руки вверх». Давай, давай, подними рейтинги. Рейтинги? Мы только говорили сейчас о песнях и о моих вокальных данных. Это... Нет, давай я лучше спою не «Руки вверх», а песенку, которую я написала и сама спела Саше. Сейчас. Это ж надо подготовиться. Так. Так, как там дети делают вот так? Мамочка любимая, я тебя люблю. Очень сильно-сильно, аж да не могу. Ты мой нежный персик и розовый цветочек. Как хочу на ручки к тебе я очень-очень. Вот. Во, аплодисменты в виде большого количества сердечков. Где большое количество сердечков, я его что-то не наблюдаю. А, там все упали просто на его голос. Подписчики, да, упали вниз. Человек 20 сразу, видно, выронило телефон, и они разбились. Так. Умница, на тебя куча аплодисментов. Давайте сердечки. Нахрена перчатки, мальчики, девочки? Перчатки одеваются за тем, чтобы не портить свои ручки. Чтобы ручки через 20-30 лет выглядели так же красиво, как и 20-30 лет назад. Они были морщинистые, спережённые кислотой, средствами для уборки, умывки и тому подобного. Собственно, вот так вот. Так. Мася опять под градусом? Ну почему все время говорите, что я под чем-то? Почему нельзя быть в нормальном состоянии? Просто весело. Ну, видно, люди могут расслабиться только в нормальном состоянии, они танцуют и поют только когда набухаются. А в трезвом у них не получается, поэтому они считают, что все остальные делают так же. Обручальные колечки у нас лежат убрано. Когда дети, вопрос, ответ на этот вопрос есть на видео. Собственно, мы уже так часто на него отвечали, что больше даже не можем на него ответить. Никогда не будут. Почему? Там все написано. Был ли в армии? Был. Возможно ли оказать помощь каналу прямо на 94? Саня, можно, можно. Как только ты прибудешь в СКА, мы позволим тебе оказать нам посильную помощь. Кстати, интересно, это Сашка Андонин или это все-таки его двойник? Интересно, у Сашки Андонина есть двойник? А что это там такое? Не знаю, вот как. Он кто-то положил? Попорченные. Или они у нас... Нет, они вряд ли испортятся. Но они же все крепенькие у нас, прикольные, да? Да, шикарно. Вот. У Маси голос до сих пор как будто ломается. У Маси, да. Он уже один раз сломался. Ну, так я ребенок, я подросток. Что вы хотите в 16 лет? Как мы относимся к геям? Никак мы к ним не относимся. Геи сами по себе, мы сами по себе. Почему не носим кольца? Потому что мы пришли домой и сейчас готовим, по-моему, разумно снять кольца с брюликами, чтобы не готовить из них еду, не? О, как-то так. Так. Ну что, пока Маська здесь еще готовит, что хорошего надо рассказать. Так, сколько зарабатываешь на Ютубе, Саша? Скажем так, меньше, чем я плачу своим администраторам, оператору, который же еще и монтажер, и, собственно, на все остальные расходы, которые туда происходят. А учитывая, что надо покупать кучу техники, то, в общем, получается вполне хорошая сумма. Я сейчас так, немножко пошумлю водой. Что она в тебе нашла? Что? Да. Себя. Абсолютное отражение себя. Вот такие мы фрики. Да, кстати, вчера мы были на бале вампиров. Там было все классно, там было не просто классно, там было нереальнейшим образом круто. И мы, соответственно, очень все балдели по этому поводу. Потом поехали в корешку, посидели классно в ресторанчике, и было все шикарно. Так, привет от Влада и Владу.
Владу огромный-огромный привет. Давно вас не слышали, не видели. Ну, я думаю, что Влад Челябинск. О, да? Влад, привет. Почему грибы так мелко режете? Не знаю, это надо у Маски узнать. Так. Я не могу, когда крупно. А в каком лесу грибы вы нашли? А, между Выборгом и Санкт-Петербургом. Как мы познакомились, история нашего знакомства на Ютубе вся более чем подробно. В ушах алмаз? Нет, в ушах бриллиант. Алмаз это не обработанный камень, а бриллиант обработанный. Как развивать силу воли? Муж кушает, а я смотрю, как ходить голой по квартире. Во-первых, муж будет меньше кушать, во-вторых, вы будете видеть себя в зеркало. А после того, как вы поели в зеркале, будет не то, что вы хотели бы увидеть. Так, нет у меня двойника, я один такой на свете. Понял, хорошо, Саня. Я просто подумал, что ты уже настолько стал популярен, что, возможно, у тебя появились двойники в интернете. Так. Сколько книг прочитал? Много. Так много, что на самом деле я уже не вспомню. Болею ли я за «Зенит»? Я вообще ни за что не болею, потому что фанатизмом я не обладаю. Так. А я футбол вообще не люблю. Хороший парень, который боролся на руках. Костик, да. Костик шикарно борется на руках. Он интересный человек. Собственно, было очень приятно познакомиться нам. Увидел бы тебя в лесу, я бы долго убегал. Нормально, люди видели в лесах, наоборот. Кто-то даже фотографировался. Так, у меня нарколепсия. Слыхал? Честно говоря, нет. А что это? Не знаю. Почему император бросил бывшую? Смотри, каникулы. Нормально. Что за вопросы такие? Сколько рублей на Ютубе? Ребят, ну какая разница, сколько рублей? Что вы задаете денежные вопросы? Денежные вопросы мы не обсуждаем. Так, может быть, мы не те грибы собирали. Ну, давайте мы вам еще раз покажем. Маська, что-то у нас их очень много. Я даже не думал, что у нас их так много, да? Я что-то, смотри, это просто, ну... Несколько раз варить. Угу. Они нормальные все, да? Крепенькие? Ну, да. А тут так хрешь, мне кажется, что они... Не, нормально. А почему у меня... Он четкость не дает такое? Я не знаю. Как будто мутно показывает. Ну ладно. Можно ли 40 лет заниматься без стероидов? Можно когда угодно заниматься. Так, с Грозного привет. Грозному тоже привет. Что это навалено? Как что это? Ну что, вы не видите, что это? Это белые грибы. Может быть, они никогда не видели их. Свежими заморозьте. Мася, что думаешь по этому поводу? Почему свежими не морозишь? Ну, потому что, во-первых, они много места занимают. А во-вторых... По-моему, это самая основная причина, они занимают много места. Потому что вареные грибы ужимаются в 4-5 раз. Соответственно, вы можете сделать реальный запас. И получается, что заморозив 10 килограммов свежих грибов, вы в итоге получите всего 2 килограмма продукта, из которого вам не хватит, ну, ненадолго хватит. А так у вас получается целый вариант. Так, а здесь они уже готовы, и ты их разморозил сразу на сковородку. А когда ты их разморозишь вот такие вот, ну и что там будет, какашка, их опять варить надо туда-сюда. А так у тебя уже готово, ты на сковородку бросил и все. Покажи себя, а то я выйду из канала, времени ведь нет. Вы что, меня шантажируете, что ли? Сейчас мне неудобно, у Маски руки заняты, а моя селфи-рука не такая длинная. Грибы бесполезны? Да-да-да-да. Я часто слышу подобную херню от людей, которые говорят, слушай, а нахрена ты жрешь клубнику, нахрена ты тратишь деньги на землянику, на соки? Я вот, говорит, курицу жру и рис. Ребята, каждому свое. Мы, например, любим путешествовать, мы любим пить хорошее дорогое вино, есть вкусную еду, и грибы, они ведь не для белка и углеводов, они, собственно, для запаха и вкуса. Подожди, это нормально? А, да, нормальный, хороший грибочек. Так, зачем ты красишься, ответь. Потому что мне нравится, очень люблю, красивенько, разве нет? Так, клубника, причем вино? Потому что в клубнике тоже ничего нет, как, собственно, и в вине. Поэтому, когда вы говорите, что грибы бесполезны, также бесполезна еще добрая половина продуктов, которые мы любим. Соответственно, здесь можно обсуждать сколько угодно. Так, грибы псилоцибиновые. Нифига такие слова знают, я даже не знаю. Нет, ну ты мой кумир, я поэтому хочу посмотреть на твою фигуру на данный момент. Мася. Это уже прям какая-то это. Держи. Мася. Ну подожди. Знаешь, как, зачем телефон? И так мне надоел. Сейчас. Его выкинем его куда-нибудь. От него толку никакого. Так. Все, показала? Пузечка, покажи, что ты не жирный. Нет, я ужасно жирный. Смотрите, все говорят о моем большом количестве жира таком, да? Вот таком вот. Что я, ну, ужасно жирный, да? Вот, это, собственно, мой жирок. Вот такой он. Ну, если кто-то не понял. Сейчас хотя скажу, что я, наверное, может быть, неправильно зашел. Ну, собственно, вот так. Все, все посмотрели? Не крася быть нормальным мужиком. Я вас уверяю, что большинство мужиков, которые выглядят нормально, порой оказываются полными... вот. Собственно, вот так вот. Мужика делает не одежда и не краска, а то, что у него есть внутри. Так что не надо путать одно с другим. Так, сколько времени делал тату на теле? Почти 6 лет. А, Саня, кардио. Кардио? У нас кардио каждый день. Или даже каждую ночь.
Даже ногти крашен, да. И даже на ножках. Вон, видите? Они тоже накрашены такие. Вот такие вот. Сейчас пойдет откат сразу. О, сразу раз, минус 15 человек. Так, Саша, когда уже будешь сниматься в каком-то фильме? Интересных предложений нет. Они интересные и неинтересные. Почему все время в одном и том же? Потому что в том, в чем удобно, в том ухожу. Нахрена мне большое разнообразие непонятных вещей, потом которые непонятно, что к чему одеть. Что за носки, Саша? Носки. Из Гольфстрима. Мы сразу обычно покупаем пар по 15-20. Тогда становится гораздо удобнее. Так. У тебя кружевные носки? Да. И трусики. И трусики, она говорит. Отравился недавно грибами. Ну, значит, грибы были либо собраны не в том районе, что на самом деле тоже часто бывает, потому что дело иногда не в поганках. Кто-то насобирал около дороги говна какого-то, они набрали в себя ужаса всякого. И тогда, конечно, все не очень хорошо. Как на Ютубе ваша статья «А знак» называется? Я не очень понял, что вы написали. Так, Мася хозяюшка. Какой ты был в молодости в Инстаграме? Смотрите в моем Инстаграме, там есть фотка, какой я был раньше. Саша, как вы относитесь к алкоголю, что предпочитаете спиртному? Мы предпочитаем красное вино и хорошее шампанское. Курсишь химию? Ответь, пожалуйста. По поводу анаболических стероидов, денежных знаков, которые мы зарабатываем или не зарабатываем, мы, как правило, не отвечаем. То есть не как правило, а вообще не отвечаем. Короче, носочки покупайте в Гольфстриме, они там точно такие есть. Они там есть такие беленькие и черненькие. Зачем я накрасил глаза? Сука, зайдите сначала на YouTube. Забейте топ-10 тупых вопросов до Александра Шпака. И там написано, что глаза не накрашены, это татуировка. Но я так уже часто это говорю, что у меня уже начинается агрессия. Простите, пожалуйста. Саня, вы с Масей лучшие, настоящие, позитивные. Спасибо. Спасибо. Так, в каком клубе тренируешься? Спортивный клуб армии. Дивинская, 4. Так, а сколько приседаешь? Много, постоянно, 3 раза в неделю, иногда 4. Твое любимое блюдо? Мася, я даже не знаю, мое любимое. Я люблю фрукты. Фрукты. Люблю фрукты. Люблю черную икру. Что еще я люблю? По настроению люблю супчики. Люблю хорошие салатики. Да, короче, много чего люблю. Так. Как дошел до такой счастливой жизни? Повезло. Ютуб-канал Саша Шпак. Сколько подходов надо для пресса? Неправильный вопрос. Для накачки мышцы на прессе достаточно 3-4 подхода по 15-20 повторений. Если же вы собираетесь сжигать жирок, то прокачка пресса здесь вам ничего практически не даст. Так. Привет, прости за вопрос, почему глаза накрашены? Это издевательство уже. Потому что это татуировка, поэтому всегда. Скажите, почему бывает сильная усталость во время тренировок? Падает уровень сахара, в общем-то, наверное, единственный нормальный ответ. Собственно, вот так вот. Так. Вопрос о глазах топовый, да, мы так его написали. Показать квартиру, она уже есть, поэтому все, кто в перископе, смотрите, у меня уже два канала. Есть обычный канал Саша Шпак, а есть Саша Шпак Лайв. И, соответственно, там все рисовано и показано. Так, вдохновили вы меня на картошку с грибами. В Волгодонске я не жил? Нет, точно не жил. Так, не хочешь ли быть лысым? Я лысым лет, наверное, 10 ходил. За сколько мышцы набрал? За сколько? До сих пор набираю. Так, как набрать массу? Питаться и тренироваться, собственно, будет тогда нормальная масса. Мася, ну когда мы уже будем вкусненько что-то готовить? Что ты их еще не ставишь? Или ты их будешь промывать еще? Конечно. Так, покажем, что тут у маски происходит. Сейчас будем первую ставить. Да? Привет с Кургана. Мася, меня с вопросом о глазах уже сейчас жога начнется. Жога. Какую пьем водичку? Слушайте, на самом деле покупаем обычно либо фрутоняню, либо архыз. Собственно, вот так вот. Так, что за посуда у нас? Посуда у нас какая-то тоже достаточно хорошая. Не слушай, знаю, а Мася покупала... На крышках надо посмотреть. Да, на крышках. Ну-ка давай. Опа. Не тот ящичек. Какая посуда? Вот такая посуда. Опа, вот она. Мася наша супруга. Передайте привет. Так, а сколько идет всяких сообщений, не успею читать. Два раза в неделю выходить в тренажерку норм? Нормально. Так, чем сжигать жир, точнее на боках? Жирок. Чем?
Первое, сходить к остеопату, раз он там появился, значит, у вас неподвижно крестово-поясничное отдел, это я уже рассказывал. А второе, это, соответственно, начать нормально двигаться. Жирок отдельно, в отдельной точке не горит. Это факт. Привет из Владивостока, это Малинка. Привет. А, привет. Да. Мы все еще не заехали, не забрали ее чай, Мася. Но нам так сегодня лень из дома выходить, тем более мы поняли, что если мы сегодня не приготовим эти грибы, они умрут, а нам жалко. Так, подожди, куда кнопочки-то жать? У нас столько кнопочков всяко разных. Опа, опа, все. Так. Родители часто к нам приезжают? Не, мы практически с родителями не общаемся. У них своя личная жизнь, а у нас своя. Чем я зарабатываю? Тренировками. Докапываются для меня сотрудники полиции? Нет, наоборот, большинство из них меня знают, так что, в общем, чего здесь. Так, что на обед и ужин будет? Дыня и арбуз. Вот это вот дынька. А вон там арбузик. Вот такой. На iPhone снимаешь? Нет, на H на 6. Так, Саша, кому сходить, это вы имеете что? Что можно сказать про Республику Дагестан? Что там живут добрые, отзывчивые люди. На самом деле, нас приглашают очень часто. Мы, к сожалению, не поехали сейчас в Осетию к нашим друзьям. Ну, соответственно, тогда получается, что мы вообще не уехали в этом году на Кавказ. А там ведь очень-очень-очень классно. Так, сколько арбуз килограмм? 15. Он такой здоровый. Нам специально сегодня выбирали. Такой. Как вам звук? Саша, почему не блокируете тех, кто задает глупые вопросы? А я не хочу на это тратить время. Они сегодня зададут, завтра нет, а завтра следующий появится в трансляции. Поэтому, если мы будем каждый раз кого-то удалять, будет всякая шляпа. Мася, хотя вот здесь ты положила вон червивый грибочек. Что, я не увидела что-то? Ну, ладно. Нет, ты выкидывай, я же могу что-то просмотреть. Мася, ну как ты можешь не увидеть? Ты неужели не видишь, допустим, вот эти моменты? Сейчас ты меня посмотришь. Мася, а это, ну посмотри сюда. Ты вот это что видишь тут? Я ничего. Что, ты не видишь здесь дырок, что ли? А, вот так вижу. Может, тебе света не хватает? Да. Поэтому ты смотри, здесь надо посмотреть. Что это такое, вон, червячки. Не, на самом деле, червячки – это белок. Так, офигенный мрамор на кухне. Вот это, кстати, гранит. Это гранит, да, он обалденный. Мы сами выбирали рисунок. Нам очень-очень-очень понравился. Зачем красить ногти – это образ? Да, и тем более мне так удобно. Ногти не ломаются от борьбы, ногти выглядят нормально, а вот это вот уже мрамор. Причем, когда мы покупали, изначально смотрели еще до обработки, мрамор, конечно, смотрелся выигрышно очень круто. Так, Костоправ по поводу боков, это Малая Посадская, дом 17, Сергей Шиян. Собственно, приходите, говорите, что у вас Саша Шпака, и он вам, собственно, все сделает. Так, когда видео про прокачку груди... Ну, по прокачку моей груди видео снимать точно бесполезно, потому что у меня ее нету. Есть только он Лёлика Лисукова напрячь, сказать: Лёлик, давай покажи, как сиськи качаешь. Так. Так. Джефф Монсон тоже на ногах красил ногти. Почему красил? Вроде до сих пор красит. Так. Туфель около арбуза – это что? А это кто-то из девчонок спрашивал показать туфельки, которые Мася купила. Мы ей показали, но еще не успели убрать. Больно было тату выводить на глазах? Как обычно? Терпимо. Так, быстро не говори, не успеваю записать. Есть видео, где... Ой, какой кошмар. Это еще и фотография Стэтхэма. Так. Что в семье хотят кого-то то в тюрьму посадить, то еще что-то. Чем занимается моя супруга? Она сеньор-директор. Так, привет из Дагестана. Сегодня, кстати, много ребят из Дагестана. Всем спасибо огромное. Привет. Да. Так, Мася тоже клыкаста? Нет. Мася не хочет делать клыки, на девушках клыки выглядят так сексуальненько. Вчера как выпрыгнули вампирши к нам во второй ряд, как начали у вас... Ты возбудился ли? Да, потек. Крепче взял тебя за руку и сказал: господи, прости. Вот. Мася хозяюшка. О, Австрия на связи. О, круто. Круто, Австрия, это классно. Кстати, с Австрией я что-то не помню еще, по-моему, приветов. Швейцария была, Норвегия, Швеция, Дания, Латвия, Литва, Эстония. Но вот Австрии еще не было, так что прикольно. Привет с Украины, привет с Каргандовы. Так, ух ты. Саша, пить БЦА во время тренировки нормально? Не то, что нормально, а просто шикарно. Так, Ливан вам придает привет. Привет из Казани, Казахстана, Крым. Ого! Самара и... Мухосранск, но почему-то с маленькой буквы. Ну, ладно, хотя с таким названием города, может быть, это тот город, который надо писать с маленькой буквы.
Так, привет из Питера. Мася, покажи бицуху. Мася, покажи им. А что не напрягла? Ну, нету ее. Да ладно. Так, привет с Кавказа. На уборку уборщица приходит. Не уборщица, а домработница, да, приходит. Так, привет. Ой, ой, сколько там всего бежит. Керамический ножичек, да. Смотри-ка, ребята успевают смотреть. С кем борюсь, с кем приходится, с теми борюсь. Привет с Нижнего Новгорода, Киева, Воронежа, Кирова, Ставрополя, Орши, вау, Ереван, Улан-Удэ. Ребята, на самом деле, вы себе не представляете, как это приятно, потому что... Когда, получается, нас смотрит весь мир, то есть практически все русскоязычное население, которое сбросалось по огромной планете Земля, это шикарно. Очень-очень приятно. Вчера даже получилось так, что я вышел уже поздно ночью в Перископ, у меня осталось буквально 5 или 7% в телефоне, и ребята, которые приехали из Москвы и сидели тоже в ресторане «Корешка», нас увидели. Говорят: «Александр, мы же приехали из Москвы, и на вас подписаны, даже не ожидали вас увидеть, можно сфотографироваться». Получается, вот так вот лишний раз можно что-то узнать интересное при такой вот интернет-популярности, да? Так, Геленджик передает привет. Так, Оренбург, Смоленск. Саня, как поживает Кокляев? Не знаю, в последнее время мы не успеваем общаться. Привет, классный выезд из Эстонии. Так, Армавир, Новосибирск. Ничего себе, так много. Да, Уфа, Украина. Яблоки с грибами разве норм? А где вы увидели яблоки? Привет из дома 49, корпус 5. О, прикольно, соседи, привет. Так. Так. Ребята, не всегда успеваю читать. Челябинск успею прочитать. Брюховецкий, Нефтекамск. Класс. Короче, у нас получается, что не трансляция. Мася, что-то он мягонький совсем. Да, ну так ты же смотри, что ты у меня за массив такой. Это плохой. Нет, здесь все хорошие. Ты хочешь меня убить, говорят. Да? Нет. Нет? И здесь тоже надо твои грибы перебрать. Вот нормально, допустил ребенка к готовке. Это вот что это такое? Слышишь, не надо там ковыряться. Что это не надо ковыряться? Надо. Ну что? Иди уже туда, транслируй. Так, салам из Израиля. Саня, что сам грибы не готовишь? Ну, потому что если я буду готовить, то Мася будет не успевать читать, она будет говорить: ой, я не успел его прочитать, потом задавать мне один вопрос, читать ответ на другой вопрос, но это старая добрая история. Так, Масяня, что за туфли? Какая фирма? Фирма Dolce & Gabbana, туфли, какой случай? Очень хорошие туфли, практически бесплатно. Так, вы такие счастливые, никогда не ругаетесь? Нет, иногда ругаемся. Прыни ножом его, Мась. Больше жогова давай. Жогу. Так, привет, Сахалина. Почему в перчатках готовит? Ну, потому что женщина, она не домохозяйка, да? Ручки должны быть красивые и ухоженные. Саша, что еще добавлять в гречку с грибами? А, ну, это секрет простой. Так, переводим трансляцию обратно на меня. Когда доходит время доготовки, все просто. Короче, я уже беру эти отваренные грибочки. Я их процеживаю, чтобы они не были сильно мокрые. Что я дальше с ними делаю? Я беру граммов 30-40 сливочного масла. Бросаю на сковородочку, туда бросаю грибочки, добавляю туда где-то, наверное, граммов 150 резаного лука минут через 5-7. Все это у меня жарится. Соленое мы не едим, но я туда бросаю, наверное, 3 чайных ложки пармезана. Когда оно уже начинает так поджариваться, я добавляю туда 50-70 граммов сливок 10% или 11%. Соответственно, и начинаю снижать огонь и постоянно помешиваю, чтобы оно у меня не отскочило. Так еще, наверное, минут 5-7. Главное, чтобы оно не отскочило. Получается вот такой вот прикольный постный жульен. Потом в маске беру гречку, которую отвариваю. Соответственно, в эту гречку бросаю этот жульен. И получается такая гречневая каша с грибами. Обалденно вкусно. Спусти с Маси шортики. Нас уже один раз забанили за масляные сисечки. Так что вот так вот. Если вредные привычки, да, эпатаж. Так. Ты прилетел уже с Доминиканы? Да, мы прилетели уже с Доминиканы. И уже слишком давно прилетели с Доминикана. Уже 4 недели. Зачем я крашусь? Все на Ютубе. Так. Уже по поводу анаболических стероидов мы не обсуждаем. Ребята, я не консультирую. Ни платно, ни бесплатно. Так. Ты русский? Наверное, да. Русский ли я, Мася? Слушай, ты все режешь и режешь. Они что-то не мешаются. Все уже заканчиваются, да. Грибочки. Тут, кстати, пошли хорошие грибы, я смотрю. Угу. Так. Попа у Маси сделана? Нет. У Маси попа будет делаться 22 сентября, а пока у Маски натуральная. Сколько, если не секрет, стоит такая квартира или ремонт? Просто очень круто.
Да, ремонт очень крутой, но опять же у наших друзей хорошая крупная компания, которая занимается шикарным ремонтом. Наша задача была просто подобрать тот материал и тот дизайн, который мы хотим, соответственно, нам дальше все это сделали. Вот так вот. Сколько стоило? Стоило дорого, еще долго даем, так что у нас помимо ипотеки еще висит долг за ремонт. В общем, все хорошо. Ты был в отеле Bio Princess, очень крутой отель. Да, так и есть. Какой канал? Саша Шпак, мой канал. Так, как погода в Питере? Солнечно, ветрено, плюс 15. Как накачать такие губы, я не знаю. Как у Маси, если у Маси гиалуроновая кислота, у меня они ничем не накачаны, вы не поверите. Почему вы не хотите быть мужчиной? Какой кошмар. Как это я не хочу быть мужчиной? А кто я, по-вашему, женщина, что ли? Я мужчина, но просто накрашенный. Вот такой вот парадокс. Если этот парадокс вам сразу не понять, то вряд ли он вам будет понятен. А, я обожаю такие грибочки, покажи его. Я ничего не делаю. Да покажи его, покажи их, давай покажи грибочек. Вот такие малютки, они в грибовом супе вообще на ура идут. Как заставить себя пойти мыться, Мася? Через пиздюль. Вот. Так, Мася уже показал. У вас свои губы, ну, у меня свои. Просто когда-то давно там был еще биополимерный гель. Соответственно, ткани под ним увеличились, гель дальше убрали через 8 лет, а губы остались вот такими вот интересными. Вот. Не нужно краситься вам, вы и так очень красивы. Так я поэтому не накрашенный. Так, Саня, передай привет в Астану. В Астану передаем привет. О, как канал называется. Одни и те же вопросы. Ребята, смотрите трансляцию сначала, там есть все названия. Так, а у нас в Астрии жара конкретная стоит. Вот это интересно. Я вам завидую. А мы... Закончили. Пау, а так? Где звук? Звука нет. А так есть звук, нет? Мася, звука нету, ну что делать? Я так. Не знаю. Подожди, сейчас мы что-то придумаем. О! Есть. Во! Отлично. А то я уж прямо... Нет, это я не микрофоном, мне просто кто-то позвонил, и, видимо, на этом все вот так вот пропало. Вот, а то я уже думал, не выключили нам трансляцию. Так, что у нас там интересного? Последние белые грибочки. Сколько они будут вариться у нас, Мася? Я так думал, минут 50... А, полчаса ты будешь варить? 50 минут, да, они варят. Так. Ну, собственно, вот так вот. Такой вот у меня масисек. Так, Калуге передать привет передали. Как мои родные относятся к твоему образу? Терпимо. Кирпич мне в рот. Это вы жестокое, лучше другие штуки брать в рот, но точно не кирпич. Так, привет Караганде. Так. Мася, не хочешь показать еще раз, говорят, Грузь? Да. Чтобы опять какой-нибудь завистливый уродец забанил? Нет, только в такой форме. Такой? Ага. Вот так же можно, да, пока сосков нет? Нормально, ну ладно. Так, звук дергается. Ну, что поделать? Точно не я его дергаю. Дергается и пропадает? Да ладно. У меня написано, что типа все на максимуме. Как изменилась ваша жизнь с появлением друг друга в ней? Вы себе не поверите, но изменилась она очень круто. Нереально как круто. И мы очень-очень-очень-очень счастливы. Это да. Так. У вас есть братья или сестры родные? Есть брат, но нет, мы не общаемся. Как убрать животик? Слишком короткий вопрос, чтобы я на него дал слишком короткий ответ. Так. Сань, ты в директе отвечаешь, что в Инстаграме? Да, я отвечаю, либо я, либо Мася отвечает, потому что на все деловые предложения отвечает Мася, я по возможности, когда есть время. О, привет из Бишкека. Передай привет. Бишкеку передаем привет. Так. Дети будут? Нет, детей не будут. Этим летом куда ездили? В Доминикану. И сейчас поедем скоро в Таллин. Нас там уже ждут ребята-подписчики. На самом деле мы едем туда просто отдохнуть, откатать визу и на самом деле поесть вкуснющих йогуртов и классную еду. Потому что в Таллине все очень-очень-очень-очень вкусно. Так, Саша, вы можете записать домашнюю тренировку? У нас есть уже на канале одна тренировка для домохозяек. Что поделать дома? Так, а у Маси есть братья или сестры? Есть.
Что мастер с попой хочет сделать? Увеличить ее, как у меня. Так, привет с Казахстана. Были ли в Таиланде, были, и вроде как собираемся, но еще не знаем куда. Мастер тоже детей не хочет. Вы спросили, хотим ли мы детей, я дал ответ. Мы, это значит мы. Так. Так, что тут у нас? Что значит откатать визу? Это значит, что у меня есть виза, которую нужно откатать, потому что она закончится у меня в ноябре. Единственный момент, когда мы можем поехать туда, это сентябрь, потому что потом ноябрь у нас будет все очень сильно занято. Вы не хотите детей? Не, не хотим. Саня, что ты говорил сходить по поводу крестцового отдела? Это означает, что если у вас жирок на боках, на пояснице, значит, что пояснично-крестцовый отдел либо недостаточно подвижен, соответственно, у него есть какое-то ограничение, да, чтобы остеопат посмотрел, подразработал, может быть, походить к массажисту, но это уже потом. Первая работа – это остеопата. Так, у Маси так классная попа, да, будет еще лучше. У Маси есть дети? Нет. Она может не накачать попу? Нет, попу можно качать достаточно долго, вопрос в том, какую вы дальше хотите иметь форму. Только от этого зависит, делать пластическую операцию или нет. У вас в паспорте фотка похожа? Да. Так. Почему у тебя накрашены глаза? Потому что они у меня не накрашены. Это студия? Нет. Это просто одно из... Ну, это кухня такая у нас. Сколько Масе лет? 16. Так. Что тут еще у нас? Привет Энгельсу. Что за Энгельс? Так. Масеня. А о чем дальше будем готовить? Я дыню хочу. Или арбуз? Я дыню хочу. Получается, мы будем есть дыню. А я вот арбуз хотел. Так вот бывает. Ну-ка давай откроем и то я у тебя поковыряюсь. У меня линзы? Нет, у меня не линзы, у меня просто глаза. У вас пластическая операция на попу? У меня? Да. Такая вот. Так. Энгельс – это город? Поняли. Теперь будем знать. Честно говоря, не знали. Так, это потом... Ваня, ты кого предпочитаешь, женщин или мужчин? А ты сам, брат, как думаешь? Привет, из Сталина. Так, Сталина тоже. Привет, только не отключайтесь. Ну давайте, мы еще там минутки три, и я буду резать вкусняшки. Почему Мася не в лифе, потому что Мася в топике. А, мы, кстати, сегодня зашли в Adidas, и там есть прикольные коллекции для баскетбола. На самом деле, не знаю, ребят, все, кто занимается спортом и весит больше 100, наверное, стопа широковата. По крайней мере, у меня так. И там обалденные мы купили. Заказали пока что кроссовки, потому что те баскетбольные, которые были, практически уже умерли. Вот. Соответственно, вот так. И там шикарные кроссовки у нас заказаны, придут, наверное, через недельку. Так что смотрите, коллекция Adidas для баскетбола. Так. Город Иваново тоже привет, привет из Тамбова. Ты курил когда-нибудь? Ну, пачки две, наверное, выкурил, но это получалось, что либо когда я бухал в институте. Да, по-моему, в общем, наверное, и все. Накачаны ли у меня губы? Нет, не накачаны. Так. Кто что, сколько стоит? Крутая попа, долго нельзя на такую попу садиться после операции. Недели 2-3, наверное. На самом деле, ведь импланты стоят гораздо выше того момента, когда вы на них садитесь. То есть, садитесь-то вы на ягодичную мышцу, а уже больше, наверное, на бицепс бедра. Как сделали клыки? Есть хороший дантист, мой друг, который, собственно, просто нарастил на мои собственные зубы обычный пломбировочный материал. Потом правильно его вытащил, и они вот уже лет у меня... Очень долго, короче. До него тоже делали, но они ломались. А то, что сделал этот мой друг, они не ломаются, они мне уже около 9 лет. Мась, там куда-то ты поставила, она вот это все убрать. Ну что, посмотри, все грязно. А кто это у нас виняшка? Неважно. Так, вон много людей, оказывается, с Энгельса. Кто я по образованию? Я эксперт в области финансов. Вот так вот получилось. Так, Мася, ну все хотят твои туфли. Что? Туфли? Да, ну что туфли-туфли? Ну туфли-туфли. Красивенькие туфельки. Кстати, в твоих ручках они смотрелись бы еще лучше. А то все сейчас скажут, что это мои туфли. Нет, ребята, это не мои, на меня они не налезут. Мясо кушаешь норм? Не, на самом деле у меня сейчас белка даже грамма на килограмм не выходит. Собственно, вот так вот. Мы такие смешные. Мася веселая, прикольная. Собственно, вот. Туфли твои все понравились. Отлично. Мне они тоже нравятся. Да? Да. Ням-ням-ням. Саратов знаешь? Знаем. Так, какой размер ноги у Маси? 39-й. Так. У, как красиво. Ну, там что у нас? Хорошо, что у нас везде свои люди. Нам везде выбирают все самое вкусное и шикарное. Так, суперские туфли, всем понравились. Класс. Мась спрашивает, у тебя есть член? Сейчас посмотрю.
Не скажет. Не скажет. Так, крутой винный шкаф. Да. Есть такой. Так. Как избавиться от панических атак? Панические атаки, видимо, у тех людей, у которых других проблем, наверное, нету. Потому что когда у вас работа, ипотека, не знаю, куча всяких других забот, я думаю, что панических атак просто быть не должно, до них нет времени. Так, интересно, что Мася в тебе нашла, не понимаю. Так, зачем красишь ногти, почему накрашенный? Покажи грудь Масе. Так, почему в перчатках? Сколько у тебя жим, Мася, сколько у тебя жим? Ну, раньше не помню. Кстати, а сколько у тебя раньше был жим? Слушай, даже я не знаю. Жим я особо не делал, потому что я всегда стеснялась кого-то попросить, чтобы подстраховать, поэтому я делала то, что я могу сама осилить. А это было 20-20 и гриф. 60? Нет, 70. 70 было? 70, да. Короче, вот 70 у Маси был жим. А дальше я боялась. Я могла, но боялась. У тебя жим сколько, а не у Маси? У меня жим никакой. У меня 150 на 3, на этом, в общем, все. Больше мои сиськи не тянут. Жать-то там нечем, только ручки работают. Кушаешь мясо удобно? Да, мне шикарно. Так, а сколько мы уже вместе? Давно. Как похудеть? Как похудеть? Это лучше писать. Не жрать. Ну да, и больше двигаться. Если более подробно, пишите в личку. Так. Давно Мася начала тренироваться, но Мася тренируется очень давно, потом у Маси была травма поясницы, ну и, соответственно, вот последние 2 года мы с Масей тренируемся, да? 1.5. Квартира наша? Наша. Так, я тебя в криминальной хронике видел, там меня весь Питер, страна вся видела. Так, здорово, Саша, я ваш подписчик. Так. Остапата порекомендую. Если Санкт-Петербург, это Шиян, Сергей Ростиславович, Малая Посадская, дом 17. Собственно, приходите туда, говорите, что вы к Сергею Шияну, и он вас примет и будет вас чинить. Скажете, что от меня. Так, чего тут у нас? Все, Мася, надо уже закругляться, короче да, говоря. Да, я сейчас буду дыню трескать. Подожди, ты дыню будешь трескать, а я тоже хочу. Хотя можно на самом деле поснимать, как ты дыню трескаешь. Да? Да. Ну, я сейчас покажу. О, вон Масин маникюрчик, она как раз снимает перчаточки. Опа. Да. Вот такой. Кто тебе эта девушка? Ты кто мне? Муж. Кто? Муж. Муж она мне. Слушай, у нас такой натюрморт офигенный. О, давай, так, сейчас посмотрим. Значит, очки Cartier, ключи от машины, туфли Dolce & Gabbana, арбуз, дыня и любимая. Так, у вас один мастер? Конечно, мы практически даже одновременно делаем. Больно было тату на глазах делать. Не, нормально. Ой, как у меня Масек хавает. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Потом говорит, мамка, когда похудею? Дыня. Дыня? Вкусная. Ой, пахнет она как. На. Ням-ням-ням. Вкусно, да? Когда выложим видео на YouTube? На понедельник. А какое? Я думаю, арм. То, что с Костей и с Гошей снимали. Там так живописненько получилось. Так. А я хочу все-таки на этой неделе снять и начать вот эту рубрику про пластическую хирургию. Ну, на твоем канале уже. Ну, так давай, скажи, что у тебя есть твой канал. А, точно, у меня есть мой канал. Как он называется? Не помню. Ирина Мещанская Шпак. А, Во, вот так вот. Первый раз видите, что будешь дыню ложкой ели, и это бред? Нет, на самом деле бред то, что вы настолько привыкли к стереотипу нашей жизни, что даже жрать дыню ложкой для вас кажется чем-то странным. Вкусно. Здорово, на тебя подпишутся. Мася, обуй свои туфельки. Дайте поесть дыньку. А, ням-ням, вкусненько. Мася, грудь покажи. Вот она. Во, все посмотрели. Где грибы? Грибы варятся. Угу. Надо только не упустить их. С твоими зубами что ты сделал? Что сделал? Увеличил. Все, у Маси обалденные туфли. Все, мальчики, девочки. Короче, мы хотим кушать. Давай, скажи всем пока. Пока. Нет, надо в рот взять дыню и сказать пока. Сейчас, погоди. Пока. Во, все.
Собственно, вот это было с вами семейство Шпак Фэмили. Всем хорошего настроения, всем шпакалюбам огромный-огромный респект и низкий поклон. Всем хейтерам идите в задницу. До новых встреч. Пока. Что-то опять не устанавливается трансляция. Мася, я хочу уже какой-нибудь нормальный седьмой Samsung. Нет, Samsung не хочу, iPhone хочу.